Еду на рыбалку, еду в Кишинев. Хочу поддержать смешанную систему голосования. Это ответы бельчан, которые в четверг с раннего утра организованно выезжали в Кишинев для участия в митинге в поддержку смешанной системы голосования. Акция проходила перед зданием парламента. Люди, садившиеся в автобусы, признавали, что являются сотрудниками государственных предприятий «Чатнорд» и «Ретнорд». Среди них были и руководящие лица, а также активисты Демпартии, которые вели себя агрессивно по отношению к журналистам телеканала БТВ. Нам дощи и штипи дальше. Спони и синий. Пойну вас спонку. Пойши, да, да. Шиса не то ж. Шиса не то. А вот среди ночи дам стопи около. Ашек ну батька, подуть, пойди пас. Знаете, что есть авантажи вот этого микста? Да. Да, eu n-am de voie să vorbesc cu tine deloc. Eu ți-am spus de 100 de ori că personal, pe tine, te socot, jurnalist, zero. Gata, sănătate. Atunci explicați-mi... Gata, gata vorba. Gata vorba, ți-am zis. Păi ce sunteți agresiv? Păi explicați-mi, lăsați-mi microfonul. Gata-i vorba. Sunteți... Gata, gata. De ce puneți mâna? Păi că ești un porc, ți-am spus că nu vreau să discut cu tine. Gata, s-a terminat vorba. Că ți-am spus cine ești. Куда едем? Едем? Да. На рыбалку. На рыбалку в Кишинев? Да. Не, а почему в Кишинев? А чего вы взяли, что в Кишинев? А куда едете на рыбалку? На рыбалку? В Олежце. В Олежце? Да. Через Кишинев или как? Не, ну почему через Кишинев? Я не даю интервью. Куда мерчите? Я умерга ла примларе. Ла примларе. Мергла Кишинев, мергла протест. Мерчите, сустенец в этом микс? Да, десигур. Вряу аста, аж мы дук. Май сон тен. Друзья, дерун. Da, astăzi am liber, așa am hotărât. Dumneavoastră la fel? La fel, da. Susțineți votul mixt? Da. Știți că astăzi va fi votat? Da, știu. Dar care sunt avantajele votului mixt? Știți, eu n-aș vrea să dau un comentariu careva la asta. Столицу? Что делать в столице? А что делать? Что делать? Поддержать? Что поддержать? Страну. Ce susțineți? Dumneavoastră vorbiți să da, da. Ce mergeți susțineți dumneavoastră? Ценим мы цара, радикаем цара один. Нечестно. Один греутец. Держать смешанную систему? Конечно. Ну и в чем она выгодна для вас, допустим, как для гражданина республики? Ну, думаю, что что-то будет меняться в лучшую сторону. Именно. Да будет что-то работать, будет что-то производиться, будет что-то улучшаться. Ну, а для... Пенсионеры пенсии будут получать. Ну, от этого зависит, допустим. И если больше будет предприятий работать, наверное, будут и какие-то отчисления для пенсионеров. А вы где работаете? А? Вы где работаете, если вы, для вас это важно? Если это для вас важно, что пенсии... На предприятии работаю. На государственном? На государственном предприятии, конечно. В Реднорде. После того, как в среду 19 июля оппозиционные партии объявили, что собирается организовать мирную акцию протеста, чтобы не допустить принятия законопроекта о смешанной избирательной системе, перед зданием парламента установили ограждение. Туда же стянули сотрудников различных подразделений МВД. Вечером того же дня во время мирной акции протеста задержали двух активистов нашей партии – Сергею Томшу и Станислава Власова. Я ничего не делал, я был в палатке. Я залез в палатку и все, и просто сидел. Я не кормлю, мы любим землю, не кормлю, Пятого мая этого года депутаты Демпартии и социалистов, а также представители группы Лянка приняли в первом чтении законопроект о переходе к смешанной системе голосования. Этот факт побудил Европарламент отложить выделение Молдове макроэкономической помощи в размере 100 миллионов евро. Кроме того, на это отреагировали представители гражданского общества, которые организовали несколько акций протеста перед зданием парламента.